Дорогие ветераны и жители города, я сердечно поздравляю вас с Днем Победы Великой Отечественной войны. 9 мая для всех для нас особенный день и особенный праздник. Нет ни одной семьи в России, в которой не погибли бы бабушки, дедушки, не было бы участника войны, труженика тыла, узников концлагерей. Так и у меня. Прадед воевал и погиб на Северном Кавказе в 1942 году в Моздокском районе Карачаево-Черкесии. Совершенно недавно я случайным образом обнаружил его место захоронения, братской могилы в село Кизляр. Для меня это стало сильным открытием и очень важным пониманием того, почему мы сейчас живем, радуемся ясному небу и какой был подвиг наших дедов и бабушек в этой войне. Несчастливые потери, тяжелый груз для всех для нас. Но это очень радостный и светлый праздник. Благодаря нему мы живем и воспитываем своих детей. С праздником, дорогие мои!